Остался тут меди. Кто-то меди варил. Нет, ну это какое-то животное, реально. Да? Ухо бизона. Привет. Новый день, новая серия. Сегодня мы едем в национальный парк Йеллоустоун снимать оленей, бизонов, медведей. Ну, в смысле, снимать на видео. Вот мы выезжаем из нашего домика. Машина греется. Ясно, у нас будет долгая дорога, и по пути что-нибудь вам еще покажу. Интересно, если... Вот мы въезжаем в национальный парк Йеллоустоун. Сейчас все фотографируются. Алена делает все, что может. Лишь бы только ее фотография набрала как можно больше лайков. Все. Чем замысловатее поза, тем больше лайков, да, Ален? Вот. Сейчас, в общем, все сфоткаемся возле этого знака. Только что на заправке нам рассказали, как надо вести себя с медведями. От каких медведей, каких медведей бояться, от каких можно не бояться. Вот, и, в общем, мы сейчас поедем. И, надеюсь, будет сейчас круто. Йеллоустоун — огромный парк. Я буду показывать вам много всяких вещей интересных. Первая остановка наша — это Firehole Falls. Вот он выглядит вот так вот. Там можно спуститься вниз, но мы не будем этого делать, потому что не хотим мокнуть. Просто пофоткаемся. Мы пофоткаемся и поедем дальше. Вот. А так, если одностороннее движение, все едут, останавливаются, фоткаются и так далее. Вот такой водопадик. В этом национальном парке очень легко определить, где есть животные, где нету. Сразу образуется большое скопление народа, все фоткаются с ним. Ну, выходят, фоткаются, есть такая возможность. Вот сейчас вот мы видим бизона, который просто спокойно лежит и смотрит. Я в камуфляже, могу подойти к нему поближе. Да, меня будет не сильно заметно. А так он, смотри, такой здоровый. Сколько в нем мяса. Не будем портить фотографию. Подойдем в сторонку и посмотрим. Вот так выглядит бизон. Он такой здоровый. Вот он лежит. А вдалеке извергаются гейзеры. Ну, сейчас все покажем еще ближе. Вот девочка пытается его сфотографировать. Следующая остановка. Дорожка, тропинка по гейзерам. Ты идешь слева от тебя. И справа бушуют гейзеры. Это гейзеры, которые не извергаются, они просто горячие. Из них вода не выходит. Она просто кипит. Видите, кипит, кипит, кипит. Вот они так кипят всю жизнь. А ты идешь, сегодня воскресенье, много народу, вот ты ходишь по таким тропинкам специальным и смотришь на эти гейзеры. Вот еще один гейзер, бассейн точнее, с кипяточком. Голубая-голубая вода, выходы разных минералов, красных, желтых, белых. Что там, медь, соль, что там еще, сера. Что еще здесь может быть? Железо. Вот здесь, в 20 метрах, бассейн с водой. А вот здесь бассейн грязевой. Запах стоит такой, не самый классный. Поэтому мы пройдем это место быстрее. И пойдем вон туда, где все шипит, жарится. Где жерло супервулкана Йеллоустоун. Здесь пар выходит под давлением из недр супервулкана Йеллоустоуна, который извергался несколько тысяч лет назад последний раз. А сейчас только остается такая бурная деятельность. Грязь бурлит, пар идет.
так большое. Выход. Бан. Все. А здесь бассейн, который называется кожаный бассейн. Не знаю, почему кожаный. Наверное, ты в него залазишь искупаться, и вся твоя кожа остается в бассейне. Вот, мы сейчас пройдем сквозь пар. Сквозь эту... Фу, какая вонь. Я ничего не вижу. И воняет так. Вот, если там раньше был просто пар и грязь кипела, то сейчас начинаются маленькие гейзеры. Пока они небольшие. А, мокро. Вот, но мы увидим еще большой, я думаю. Снимем это. Вот, а пока идем по такой тропинке и смотрим вот эту долину гейзеров. Вот еще один маленький гейзер, который пытается чуть извергаться. Это не очень получается пока что. Вот. Но все равно он такой симпатичненький. Давай, бахни до неба. Нет, не хочет он до неба. Хочет только буль-буль-буль. Вот, ну так вот ты ходишь. Кругом такие вот ручейки, они все кипят. Вот такие кругом выходы. Видишь, теперь знаете, почему нельзя ходить по необозначенным тропам? Ты идешь, а под тобой всего лишь 3 сантиметра земли и кипящий ручей. Вот, и ты вот туда вот падаешь, туда вот так вот вниз. И все, через полчаса можно есть. Так что вот так. Здесь... Кто-то сварился тут. Меди. Реально, кто-то меди варил. Нет, ну это какое-то животное, реально. Да? Типа, ухо бизона. Типа, чувак, будем... Ухо бизона сварил кто-то. Но есть не стал. Чем больше гейзер, тем реже он извергается. Выбрасывает воду. Вот это озеро. Видите, оно кипит. Оно здоровое, вот так вот все идет. Пар, это все озеро. И он, это на самом деле не озеро, это гейзер. Называется великолепный. Он настолько здоровый, что последний раз он извергался в 1890 году. Представляете, какой может быть высоты столб воды, когда он будет извергаться в следующий раз. Вот это называется Большое Призматическое озеро. Визитная карточка Йеллоустоуна. Здоровое озеро вот с такими выходами. Серы, железо, красные, желтые, зеленые, голубые переливы. Вот, я вам покажу фотографию. Сейчас просто прохладно. Это плюс 10. 24 августа, Вайоминг. Плюс 10. Поэтому пар идет. И плохо видно само озеро. Вот, но зато видно все, что вокруг него есть. Вот с этой стороны пара нету, видно чуть получше. Вот, но все равно немножко не тот вид, который мог бы нам открыться. Вот есть наверху это озеро, большой призматический, Гранд Призматик. Снизу идут такие водопады. Горячей воды. Эта река тоже горячая, она уже не такая, она не кипящая, но она теплая. Вот. И вот такие водопады, если реки идут от этого озера, в эту реку идут водопады. Маленькие водопады в Йеллоустоуне. Вот эта река, о которой я говорил. Опа! Классно, она теплая. Я бы в ней даже искупался. Реально тепленькая такая. На улице, ну плюс 10. Ты такой в реке купаешься. Лежишь. Кайфуешь.
Очень круто. Вот это называется гейзер. Да, мы успели. Это Джевел Гейзер. Так вот я зашел узнать время, когда будет следующее извержение гейзера. Старый странник. Странник, да. Он висят такие таблички. Следующее 2:58 плюс-минус 10 минут. Сейчас 2:35. Сейчас идем к гейзеру, который извергается только один раз в день. И люди не могут предсказать, когда он начинает извергаться. Как долго извергается. Сейчас был в Visitor Center, там сказали, типа, друзья, он начинает извергаться, торопитесь все. Такое бывает только раз в день, вам сильно повезло. И, в общем, вот мы пришли и смотрим. Он извергается уже на минуты 2-3. Постоянно выбрасывает огромное количество воды. Вот как-то так. Вот, Рома, я пошла сейчас бросать, меня тоже шило не слышит. Вау. Молодец, смотри, как ты. Хватило нам. Хватило, классно. Еще один перед. Вот мы пришли, здесь увидели оленя. Прямо на полянке пасется олень. Мы сейчас к нему проберемся потихонечку и посмотрим его поближе. Вот они такие олени. Еще одна остановка. Это грязевой вулкан. Выглядит он так же, как гейзеры, только грязный. Вот. Сейчас тут есть еще один грязевой вулкан. Вот с этой стороны он выглядит повнушительнее. Вот он там. Бульчит в пещере. Называется, там дракон сидит и выпускает клубы дыма. Говорит, заходите ко мне в пещеру. А вот настоящий грязевой вулкан, настоящая грязь, настоящий вулкан. Иногда он как гейзер извергает наверх толпу грязи. Вот, но сейчас он просто кипит. Вот такое вот зрелище. Лена, хочешь грязевую ванну? Да. Да? Три шага вперед, да.
Вот так вот в Йеллоустоуне, вдоль дорог ходят бизоны. Ой, вы снимите мне потом фотку, дайте. Мне сейчас на мою сторону пойдет. Тощий бизон. Рома, можно выйти? Ну, Алена, это бизон, куда ты выйдешь? Вон народ там ходит. Где ходит? Никто не ходит нигде. Все в машинах все. Это его прогнали из стаи, видишь, какой он больной. Беднега. Худой, тощий, облезает. Вот, может быть, он отъестся еще и будет здоровым бизонищем. Мы приехали в последнюю точку. Последнюю по расписанию, но не по значимости. Вот смотри. Это я ушла. Классно. Как настоящий. Бизона видели? Оленя видели? Остался олень с рогами. Вот он. Стоит и смотрит на нас. Нас разделяет две полосы и чуть-чуть обочины. Грубо говоря, где-то 10 метров. Селфи с оленем. Как вам мое селфи с оленем? Видео селфи. Он не тебя идет. Селфи. Давай. Уходим за машину. Ты не бойся. Он добрый. Он думает, так, что происходит? Что-то слишком много внимания.